Осенний букет поздравлений. По таким названиям в Ильском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя. В зале присутствовали учителя, ветераны педагогического труда, преподаватели общеобразовательных, спортивных школ и детских садов, внесшие весомый вклад в развитие, воспитание и образование молодого поколения. Примите нашу признательность и благодарность за бесценный труд, душевную щедрость, чуткость и внимательность по отношению к каждому ученику. Желаю вам успехов, воплощения в жизни новых идей, активного профессионального долголетия, талантливых и благодарных учеников. Пусть тепло души, которое вы щедро дарите детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем, энергией для новых свершений. Счастья и мира вам и вашим семьям. Адам Джарим вручил заслуженные награды лучшим учителям Северского района. Почетными грамотами и благодарственными письмами за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования района и края наградили педагогов детских садов, общеобразовательных, спортивных, художественных и детских школ искусств. Не забыли и об учителях, ушедших из жизни. Весь зал встал, когда на экране один за другим стали появляться их портреты. Особую праздничную атмосферу в этот день создавали яркие выступления творческих коллективов Северского района. Северский район имеет высокий педагогический потенциал. Учителя и преподаватели района успешно участвуют и побеждают в конкурсах профессионального мастерства. Активно занимаются инновационной деятельностью, проводят работу по выявлению и поддержке одаренных детей. Их ученики показывают достойные результаты на краевых и всероссийских конкурсах.